До настоящего момента компания Apple возлагала большие надежды на китайский рынок. Для производителя iPhone и iPad он является вторым самым большим после США. Однако компании, похоже, предстоит нелегкий путь, чтобы прочно на нем обосноваться. Недавно китайская государственная газета People's Daily опубликовала список онлайн-магазинов приложений, которые продвигают порнографическую продукцию. Среди прочих в нем оказалась и компания Apple. И хотя американского производителя и не выделили отдельно, но согласно Wall Street Journal, даже простое упоминание может добавить гиганту электроники проблемы. И тому есть подтверждение из прошлого. Например, в 2009 году китайские государственные СМИ обвинили в распространении порнографии компанию Google. После этого поисковый гигант подвергся хакерским атакам. Впоследствии, в 2010 году, Google вывел свою систему поиска из КНР, заявив, что не хочет продолжать подвергать цензуре свой контент, как того требовали китайские регуляторы. Впрочем, Apple, похоже, готова сделать больше, чтобы остаться на рынке. 1 апреля компания опубликовала извинения за неразбериху в правилах предоставления гарантии, после того, как китайские СМИ раскритиковали ее за политику ремонта айфонов. 3 апреля Apple удалила из китайского онлайн-магазина то самое приложение, которое обвинили в распространении порнографии. При этом, согласно его разработчику Хао Пэйтяну, контент, который предлагает программа, просто не проходит жесткую цензуру в КНР. Приложение позволяет скачивать книги с такими китайскими классическими произведениями, как «Путешествие на Запад» или «Дао Дэ Цзин». Между тем, 9 апреля китайская газета обвинила Apple в распространении еще одного приложения, которое якобы является противозаконным. Оно позволяло скачивать материалы, относящиеся к Фалуньгун. Это традиционная медитативная практика, которая уже более 13 лет подвергается гонениям со стороны коммунистического режима. При этом материалы с положительной информацией о Фалуньгун подвергаются в стране жесткой цензуре. Спустя два дня та же газета сообщила, что компания Apple удалила это приложение с китайской версии онлайн-магазина.